Всем привет! Вы на канале Лили Небосята. Сегодня мы будем показывать покупочки к школе. Для нас, басиков, также Лили и Лилы. Мы, басики, еще не дошли до школьного возраста, но мы ходим на занятия, поэтому нам тоже нужна разная канцелярия. Ну а Лила уже пойдет в 7 класс, поэтому ей уже все это надо. Будем сейчас вам показывать. Вот так вот. Мы еще не знаем, что для кого, но будем по ходу дела разбирать. Мы вот это вот все сегодня купили. Есть также другие вещички. Что-то осталось с прошлого года, также форма и так далее, рюкзак. Но некоторые мы вам показываем в другом видео. А вот это мы купили сегодня. Так что будем еще что-то докупать, но то, что нам уже понадобится. Давайте будем рассматривать. Предлагаю начать с мелкой канцелярии. Давайте будем ее рассматривать. Вот возьму все карандаши и ручки. Вот мы купили вот такие вот три ручки. Ну, вот эту мы купили просто самую простую про запас. А вот эти я буду носить каждый день. Басикам мы еще не выбирали ручки. Басики сказали, что у них есть и так красивые ручки, но если им что-то другое понравится, то купим. А так там в магазине не было каких-то таких для мальчиков больше, поэтому были только такие вот девчачьи ручки, поэтому вот мне купили. Там такие вот маленькие красивые рисуночки. Также на этой. Очень приятная текстура. Дальше под эти ручки вот такой карандашик красивый. Ну и, конечно же, они все пойдут в этот пенальчик новенький. Тут с этой стороны такой вот глянцевый, ой, блестит. А с этой вот такой вот. Так, там цена. Если что, мы живем в Беларуси, поэтому эта цена в белорусских рублях. Не знаю, сколько это будет в российских, но, наверное, около 400 рублей примерно. Ну, что-то около этого. Вот такой вот приятный цвет внутри, просто серенький. Так что от вот этой части на карандаше не будет пачкаться. Оно все так сочетается красиво. Ну, также еще купили вот три таких карандаша на всякий случай. Этот даже не заточенный. Думаю, он тоже хорошо подойдет под эту цветовую гамму. Ну, вот такой и вот такой. Убираем это в сторону. Дальше точилка. Она была в комплекте с одним карандашом. Ну, как бы как в комплекте. Она просто одинакового с ним цвета, но продавалась отдельно. Так, дальше у нас идет ластик. Я в этом году не стала покупать всяких там единорогов, зайчиков, котиков, потому что они все разваливаются, потом неудобно ими стирать. Взяла просто вот такой обычный белый. Давайте его откроем. Также басики будут им пользоваться. Ну, басикам еще не особо много надо ластик. Ну, самый обычный, белый. Ничего в нем нету. Ой, тут что-то так испачкалось немножко. Ну, я думаю, это сотрется все. Дальше блесточки. Ну, это уже для басиков. А мне такое в школу не нужно. А вот басики на своих занятиях мастерят много чего интересного. Закладочки симпатичные. Не знаю, может быть, Лили будут, может быть, я. Давайте открывать их. Так, там вот надо разорвать. Мне прямо они понравились. Там были в разных вариантах, но эти были в такой вот одной, в одном таком стиле. Остальные были такие разноцветные. Мне как-то больше нравится, когда похожие. Ну, Лили меня поддержали. Ну, басика немножко все равно на такие вещи, потому что все-таки это больше для девочек. Вот такие закладочки классные, магнитные. Я думаю, буду использовать на предметы, которые чаще всего, допустим, как английский у нас каждый день в школе, повышенный уровень изучения. На дневник одну возьму и несколько отдам Лили. Дальше. У нас скобы просто закончились, Бублик напомнил. Я напомнил, что скобы надо, так бы и забыли. Да, Бублик, молодец, я бы точно забыла. Это вот 100%. Дальше просто обычные салфетки. Одну пачку малышам, другую мне. Ну, я думаю,
все такое покупают в школу, потому что это очень удобно и очень нужно. Особенно как сейчас вирус. Что-то, может быть, надо протирать будет. Ой-ой-ой, куда-то у меня все убегает сегодня. Так, дальше еда. Самое главное, конечно. Ну, вот это вот такие всякие батончики. Вот этих вот мы взяли много, так как мне они прям понравились. Они именно не такие вот, как обычные там шоколадные, а это полезные, они без сахара. И вот такой вот, очень вкусный. Также взяли вот такую бутылочку воды. Будем потом туда, конечно, доливать, но просто она удобная и маленькая. Самое то для школы. Но это для меня, а для Басика взяли другую бутылочку. Мы давно уже хотели купить красную бутылочку с ручками. И вот мы ее увидели. Может быть, это будет не для занятий, а просто для дома. Так, как она тут открывается? Надо сходить за ножницами. Не знаю, как тут ее открывать, поэтому просто буду вот так как-нибудь резать. Не знаю, упаковка ж мне не нужна. Как-то я ее вообще странно открываю. Не знаю вообще, когда такие вот пластиковые упаковки. Может быть, где-то я просто не понимаю, но где-то есть специальная штучка для открывания. Обычно в таких штуках она должна быть. Да, сейчас я все разорву, конечно, все поломаю. Ладно, сейчас я за кадром открою. Вот прям ура! Открыла я наконец-то. Очень классно, тут такие ручки. Бублику полгодика, он уже почти умеет держать сам бутылочку. Конечно, для маленьких... Ой, для самых маленьких эта бутылочка, можно ее использовать только вот в таком виде. Кстати, очень красиво в таком виде тоже. Давайте откроем. Такая вот очень классная. Так, тут вот есть заглушка, чтобы когда ложишь бутылочку в сумку, ничего не выливалось. Супер, просто может быть для Таси, но я думаю, мы эту покупочку приобрели для Бублика. Феденька еще не будет ходить на занятия, будет заниматься дома. Бублик вообще тоже как бы занимается чаще дома, но иногда все-таки ходит куда-то на кружки на какие-то. Поэтому будет полезная покупочка, ну даже вот просто дома. Мы уже просто давно присматривали красненькую бутылочку какую-то. Не эту, а вообще другую. И в последний момент, когда мама уже была на кассе с малышами, я зашла в детский отдел и увидела вот эту прелесть. Мне она понравилась, поэтому в последний момент прибежала, и мы ее купили. Дальше идут обложечки для тетрадей и учебников. Вот такие обложки для тетради. Думаю, тоже их распаковать, посмотреть на плотность и так далее. Ну, я думаю... Все такие покупают приблизительно, потому что они нужны. Ой, класс, они такие поплотнее идут. То есть не такие, как вот эти вот, не люблю такие прям тонкие, как промокашки какие-то. Может быть, я неправильно сказала, но не важно. Факт такой, что вот такие обложки намного, я считаю, лучше, чем более тонкие. Потому что эти тонкие, они просто... Один раз написала что-то в тетради, уже на них это... как бы отпечатывается. Ну и вот для учебников, думаю, не стоит распаковывать. Потом, когда уже буду вдевать, тогда и покажу. Ой, то есть не покажу, а тогда и распакую. Перепутала все. Ну, раз мы уже начали говорить на тему обложек для учебников, тогда вот покажу вам учебнички свои. Иду в седьмой. Это вторая часть, мне первую пока что не дали. Здесь не все книжки, еще дадут, по-моему, 4 или 5 учебников. 4 вроде бы. Вот такое искусство. Я живу в Беларуси, поэтому у нас есть такие предметы, которых нет в России. Биология. Ну, это стандартные предметы. Химия, информатика. Еще там будет физика и там и так далее. Русская литература, две части. История Беларуси, всемирная история, белорусская мова, ну, мова — это язык по-белорусски, и русский язык, и алгебра уже начинается, там физика и так далее еще останется. Дальше вот такие покажу, которые именно не в школе дали, а вот мы покупали. Дневник, он уже в обложке, я вдела. Ну вот, самый обычный с 5 по 11 класс.
Вот. Такая тетрадь для практических работ по химии. География. Геометрия. И контурная карта. Там есть еще несколько, которые мы не купили. Мы докупим их позже. Давайте рассматривать тетради. Предлагаю начать с тех, которые точно для меня, потому что они однотонные. И мне такие подходят. А Басика мы купили цветные, потому что мне в школу нельзя цветные, но хотелось купить такое что-то веселенькое. Ну, не для меня, хоть для малышей. Для нас яркие, а потом будет рассказывать. Хорошо. Ну, вот это самые простые, там клеточка, линеечка для контрольных каких-то. Ну, вообще, я думаю, ежедневно я буду писать вот в таких тетрадях. Так, они тут все вообще куда-то разбежались. Ну, вот такие вот разные. Они просто такие яркие. Кстати, вот эта вот тетрадь будет по белорусской мове по-любому. Она таким белорусским орнаментом. Вот такие разные всякие. Также еще есть вот такая. Классная очень. Тут вот всякое такое. Поиск есть. Ну, такая интересная тетрадка, я думаю. Такой еще материал. Такой классный, необычный. Это какое-то такое что-то... Такое рифленое, как бы. Я неправильно говорю. Ну, в общем, не похоже на бумагу, как ткань какая-то. Мне такая понравилась. Не знаю, разрешат такую или нет, поэтому взяла одну только. Потом будем докупать, что нам еще понадобится. Ну что, Бублик, давай ты будешь рассказывать? Я буду рассказывать. Только давай ты будешь показывать, я говорить. Давай. Так, сейчас мы все это... Вот сюда. Вот это вот общее, не знаю, понадобится, не понадобится, но взяли. Да, дальше самые классные из всех тетрадей. Да, мне тоже нравится. Это вот тетради с басиками. Бэби басики тут на них. Ну, это уже для малышей, потому что мне такая линейка не подходит. Да и они цветные. Мне такие нельзя с рисунками. Также еще мне нельзя с такой вот надписью, поэтому тоже малышам. Ну что, Бублик, будешь еще что-нибудь рассказывать про эти тетради? Я буду рассказывать то, что это такие простые тетради, а одна со смайликом. Но они очень похожи по цвету. Да, очень интересные. А дальше у нас идет серия, только она тут где-то в разброс лежит. Лили про нее расскажет. Это такие медвежонки. Медвежонки такие красивые. Да, Моня, медвежонки. Мишки такие красивые. Они такие классные. Я буду себе такие, блядь. Ну да, думаю, что Бублик может взять только такую какую-то тетрадь. Феденьке пока что это не особо нужно. Он будет... всяким развивайкам, тканевой развивайки будет заниматься. Ну, тут много, на самом деле, девчачьих тетрадей. Потому что Лили старше Бублика, и им нужно их больше. Бублику уже нужно только несколько. Такие всякие разные. Не буду сильно подробно на каждой останавливаться, не думаю, что это интересно. Вот просто всякие-всякие красивые взяли. А также еще... Лили понадобится полуобщая тетрадь одна. Я вам показывала полуобщие, которые купила себе в другом видео. Ну вот, тут вот такие всякие. Ну вот это уже для Бублика. Он прям сказал, я тигр, буду брать себе такую. Ну хорошо. А еще вот это мне понравилось. Так что Бублик будет с такой ходить. Вот такой. Как бы вот такой, вот такая тетрадочка. Такие, вот такие. Ну, в общем, много разных тетрадей. Все красивые, все нравятся. Малыши, вы довольны сегодняшним шопингом? Да, мы очень-очень довольны. Ну, как бы я купила тетради больше Лили, также разных вещей, потому что они идут постарше уже. Им по 3,5 годика Лили и Мони.
а Бублику только полгодика. Они по росту, конечно, отличаются, но вот такая у них разница в возрасте. Феденька еще очень маленький, что ты скажешь, малыш? Я смотрю на то, красивый батончик хочу съесть. Я тебе потом их на занятия положу, не волнуйся. Ну, я тебе дам один, держи. Феде не даю сильно еще вот такое тверденькое, но он такой мягкий, поэтому пускай попробует. Буду кушать сейчас. Ну, дам сейчас уже и Бублику с Моней, потому что а то они очень расстроятся. Ну, будем сейчас кушать. Ну, всем пока!